Да-да. Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. Кому? Что? Куда ты звонишь? По 10-бальной шкале вы оцениваете работу Александрова как? Такого не знаю, ты ошибся номером, друг. Ну, то есть вы такого не знаете? Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? Я по поручению Патрушева звоню. А кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов? Ты пьяный или кто? Кто сказал-то? Макшаков? Вот именно, ну и все. Завяжи лямку, ёбаный в рот. Да понятно, да.